Всем здравствуйте, мы находимся на презентации Kuna X. Первой в мире на 100% коляски и 100% автокресла. Здесь у нас представлена как раз таки модель Kuna X. И что у нас появилось интересного? У нас появилось три положения спинки, которые регулируются в режиме коляски. И теперь, когда вы приехали на место назначения, вы можете перевести спинку в положение отдых, либо сон. Укрыть своего ребеночка капюшоном. Кстати, обратите внимание, летний капор, новинка 25 года, скоро будет в продаже. У нас обновился вкладыш для новорожденного, у нас появились интегрированные ремешки безопасности, интегрированный подголовник согласно новому стандарту iSize. Поэтому теперь регулировка происходит одной клавишей желтой, и увеличение длины ремня теперь стало очень-очень простым действием. Вкладыш также претерпел изменения, и теперь он со встроенным подголовником, интегрированным так же, как и ремешки безопасности, которые я вам показывал. Выглядит он так. Есть функция, которая обеспечивает антисмещение в левую или в правую сторону. И теперь родителям максимально понятно, когда этот вкладыш необходимо вынимать и использовать без вкладыша. Это 40-60 сантиметров, либо те же самые 5 килограмм, которые и были раньше. Новая ручка с новыми крючками, которые отвечают за телескопическое увеличение либо уменьшение этой самой ручки. Накладка из эко-кожи уже входит в стандартную комплектацию Kuna X. Поэтому удобный хват, увеличенный размер на 2 сантиметра по сравнению с Kuna X по высоте. И родителям более рослым, нежели я, будет действительно комфортнее и приятнее. Kuna X соответствует стандарту iSize, поэтому теперь в комплекте есть магнитная накладка, которая называется Kuna SIP, и защищает автокресло от удара сбоку. Она поглощает в себя энергию при боковом столкновении. Состоит из двух частей, устанавливается на место, где у нас будет располагаться дверь рядом с автокреслом Kuna. Установить ее достаточно легко. Мы просто крепим сбоку на магните и фиксируем шнурочком, чтобы мы ее не потеряли, когда будем ее снимать. Новые колеса. И самое главное, спереди у Kuna X появилась амортизация. Это очень важный и хороший элемент, который требуют родителей при использовании этого продукта как краски. И воспитание детей, простите, за новый родитель. Спасибо. Мнение о том, я, если хочу сейчас передать... и, кстати, мы еще обновили... Кстати говоря, забыл сказать, мы еще обновили механизмы шасси. Теперь открывать от кресла одно удовольствие. Это происходит мягко, бесшумно и бесшовно. Та же самая кнопка. То есть она не рикошетит?